Сегодня в меню – компот из замороженных ягод в мультиварке. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Вода – 2 литра. Сахар – 4 столовых ложки. Ягоды замороженные – 200 грамм, любые. Компот из замороженных ягод ничем не отличается от обычного, и витаминов в нем не менее. Брать можно совершенно любые ягоды, главное, чтобы они друг друга дополняли, а не перебивали вкус. Сахар можно корректировать под свой вкус. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления компота из замороженных ягод в микроволновке. В чашу мультиварки выложите замороженные ягоды, например, белую смородину, малину и черную смородину. Добавьте к ягодам сахар. Влейте в чашу мультиварки к сахару и ягодам воду. Обычно компот нужно варить в режиме варка в течение 15 минут. Если в вашей мультиварке эта функция отсутствует, выберите режим овсяная каша со временем 15 минут. После этого нужно дать постоять 10 минут, и можно открыть крышку, чтобы компот остыл. Если хочется компота и под рукой есть замороженные ягоды, то это не проблема. А если есть еще и мультиварка, то от вас потребуется всего 5 минут. Берите на вооружение. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!